Не только мастер-классами на ткацком станке 18 века славится село Гречишкино. Местный вокальный ансамбль «Калина» готовится к выступлению в Польше. Репертуар коллектива – исполнение казачьих песен и обрядов своего села с более чем 300-летней историей. Гречишкинскому народному ансамблю предложили выступить в Польше. Через несколько месяцев коллектив представит Украину казачьими песнями, исполняя их так, как это поется в родном селе. Наши костюмы, и обряд, и песенная культура, все настолько сохранилось, бережное хранение, ну бережно очень хранили. Ни в одном селе не сохранились костюмы, у нас сохранились и запонки, и все это так передается с поколения в поколение. Костюмы, в котором выступают участницы коллектива, платье казачки Донской. Это праздничная одежда всех жителей села. Чтобы одеться так, нужно потратить немного времени. Больше всего его уходит на то, чтобы правильно надеть головной убор. Старовинное, это не ново. Здесь бисер тоже очень старовинный. Само вот это полотнище и заканчивается кытицы, мы называем их, или еще бахоморчики или кытицы. Значит, вот это вот вообще костюм, головной убор, это замужние женщины, это не девушки. А как вы знаете, замужняя женщина уже косу одну не заплетала, она заплетала уже две косы. Поэтому это как бы заменяло воспоминания о косе. Коллектив уже выступал со своими песнями по всей области, в Киеве и России. Теперь участницы надеются, что их казачий говор покорит и ближнее зарубежье. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, Події.